смотрит, у него аж слезы текут. Так что сам пришел, блядь, сам упал, левый просто откинул пузо. Значит, да ладно, веревку сейчас я ему срежу, нечем срезать, сейчас дойду, может, найду. Сейчас я приду с кем-нибудь. Сейчас мы его... Ешь. Дождешь меня здесь, дружище? Дождешь, друган? Дожди меня, я сейчас приду, парень, конечно, не буду. Попала в капкан, получила перелом и погрызла себе лапу. Лапу до сих пор пытается грызть. Сейчас подлечим ее, и нужна будет операция. Хозяйка. И какой-то мужик приволок ее в туго затянутом мешке. Собачка в стрессе, пугливо, но постепенно выходит из этого состояния. Не бойся, никто тебя не трогает. Не бойся, моя умничка. Маленькая, совсем маленькая. Барин, старенький пес. Как вот мне хозяин теперь... умер, а пес остался в закрытой квартире. Старый и больной. Как вытереть, а? Ой, у вас страшный. Все, сейчас глазик обработаем тебе. Все. Все, молодец. Молодец. Вот, видишь, как хорошо. Вот, чистый глаз стал у нас. Сейчас мы с тобой закапаем его. Тихо, все. Все. Все, молодец. Заложили ему мазь вот тетрациклиновая в глазик. Все. Это Руфи. Ей 8 месяцев. Нашли уже травмированную. Старый перелом лапки.
скорее всего, ей понадобится операция. Чтобы прогнали все, что у нас осталось. К сожалению, кости и отходы тоже привезем только завтра. Поэтому сегодня раздадут, что есть. Кому-то достанется просто фарш, кому-то корм. Сегодня мы накормим всех, ребята. А вот завтра, завтра нужна помощь. Но опять же, ребят, мы накормим взрослых. А что нам делать с малышами? У нас нет корма для щенят и нет корма для кошек. Как же тяжело, ребята, перебиваться от одного до другого по капле. Когда уже у нас будет склад, где у нас будет там храниться? Когда мы будем богатыми, ребята? Очень хочется кушать, да? Сейчас лай поднялся, это начинаем кормежку. И все у нас будет обязательно хорошо. Друзья, пожалуйста, приюту очень-очень нужна ваша поддержка и помощь. 100 рублей для бездомного зверя. Пожалуйста, ребята, не смотрите на соседа. Спросите себя, свое сердце. Ну неужели вам жалко для вот этих несчастных 100 рублей? Мы ведь не просим много. 100 рублей. Нас так много людей. А животных у нас всего 3000. Ребята, 3000. Приют огромный. И он частный. Он выживает только на пожертвования добровольных, милосердных, настоящих. Приюту очень, очень-очень нужна ваша помощь.